Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Мои котики кушают не только дыни, но и кушают кабачки. Катюня, ты уже наелась? Ты уже наелась, моя девочка. Правда вкусная? Кушай, моя киска, кисы. Кисонечка, кушай. Потап, наелся уже, неохота, да? А Катюшка у нас любит кушать яйца. Катя, а ну? Ну, бери зубами. Ну, как это ты умеешь у меня кушать яйца? Ну-ну-ну, тебе хорошо получилось. О, видите, как оно меня кушает? Поставлю, да если на столе оставлю яйца, все уворует и съест. Ну, уворовать не получилось, потому что он большая. У меня емкость стоит. Ну, что, Катюшка, давай дальше разрезай. Вот какие вкусные у нас кабачки. Дарья, давай иди ты до компании. Веселая компания моя. Ну что, Катюша, разгрызла. На, теперь кушай яйцо. Катя, на, кушайте. Кормлю их сырыми яйцами. Когда бывают немножко полежат, недельные, а то и больше, я отдаю им. Вот. И котики мои. Ну что, Дарья, и ты хочешь? Ну иди, я тебе прямо вот под курочек дам яичко. Ну. Ой, кушай. Пускай едят, наедаются. А все равно дохлые. Хоть ты корми, хоть ты их и закорми. Вот и ужин у моих котиков. Кабачков наелись, яиц наедятся. И пойдут блудничать всю ночь. Ну что, Потапушка, дохленький мой, не дают тебе. Вот так и живем. Котенька у меня ворует, а все едят. Но она уже сегодня накормленная. Не настроение кушать яичко. Ну вот и все. Показала я вам веселую свою компанию. А вот он, моя самая любовь, лежит. Жучок, любимчик мой. Мой сладенький, мои глазочки любимые. Заходите в гости, как всегда. Буду рада. Ну что, вам еще яйцо дать? Ой, поедите у меня. Снесли 16 штук. Пускай наедаются. Облизывай. Вот. Все, накормила. Как всегда, буду рада. До свидания.